Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Продолжается у нас путешествие. Идем к горе Столбы. Я и мои друзья, Ася, скалолазка, альпинистка Олег и я. Еще немного осталось, сейчас подойдем, покажу вам эти скалы. Да, вот они уже показались вдали. Идем. Вот мы подошли к скале. Такая шикарная скала. Это тысячник. Раньше здесь стояла вышка. Мы эту гору называли еще раньше маяк. Такая вот красота. Подойду поближе. Посмотрим. Такая шикарная стена. Отвесные. Посмотрите, полюбуйтесь на Уральские горы. Поднимался на нее. Ну, обзор с нее неплохой. Ася, помаши ручкой. Могу. Да? Два раза, ну ладно. Могу двумя. Можно двумя. Ну пройдем, посмотрим. Вот снимаю с этого ракурса. Сейчас немного поднимусь на нее и покажу вам панораму. Вон. Ася. Олег! Олег! Покажись! Помаши ручкой! Вот. Ну, идем. Вот, друзья мои, поднимаюсь я на скалу Столбы. Ветерок здесь, конечно. Смотрите, какая красота. Еще повыше поднимусь, покажу вам панораму, лишь бы ветер не мешал. Вот, друзья мои, я практически на вершине, еще немного осталось. Посмотрите, через какие завалы приходится идти. Ну, идем. Ходим. Ну вот здесь вот недалеко основная вершина. Посмотрим остатки маяка, если что осталось. Вот какие деревья повалены, огромные елки путь преграждают. Ветер разыгрался не на шутку. Я на вершине. Посмотрите, как брусника цветет. Урожай должен быть. Хорошо цветет.
Смотрите, друзья мои, какие зубцы стоят. Сейчас поднимусь промеж них и покажу еще панораму наших гор. Лишь бы ветер не мешал. Порывы такие сильные. Слышишь, наверное. Смотрите, какая красота. Какая панорама наших гор. Вдали хребет Уралтау. Говорил, это гора Тысячник. В общем, снимаю с высоты 1000 метров, чуть выше. Вдали вот город Белорецк. Чуть видно гору Орвяк-Крязь. Такая остренькая. Видно, нет ли? Сейчас ее покажу. Лишь бы ветер не мешал полюбоваться панорамой наших гор. Идем вниз. Оставайся со мной, будет интересно. Смотрите, какой палец торчит. Снимаю против солнца. Так вот лучики идет с нами. Скалы. Покажу наши красоты. Так, спускаться мне здесь. Потихонечку пойду. Вот, друзья мои, практически я спустился со скалы. Спускался вот в такой россыпи. Их называют курумами. У нас прыг-прыг с камня на камень. Хорошо, красота. Ну, иду к машине. Пройду сейчас по лесу, по тайге по нашей. Посмотрим. Что-нибудь еще поснимаю. Оставайтесь со мной. Гуляем в Уральской тайге. Ну, друзья мои, я спустился. Пройдем немного, полюбуемся на эту скалу и пойдем дальше гулять в Уральской тайге. Все-таки какая красота. Согласны со мной, да? Это надо видеть. Снимаю немного с увеличением. Может, что-нибудь разглядим на скалах. Ну, идем. Ну вот, друзья мои, закончилось наше путешествие небольшое. Поднялся
на вершину. Всем спасибо, кто был со мной. Всем пока. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока.